Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Рафаэль Хайтек, и мы продолжаем делать DIY электровагонетку. В этой серии мы займемся электрикой, чтобы все колеса крутились и работали в нашем электротранспорте. А вы, друзья, делитесь этим видео и добавляйте канал в закладки. Также пишите комментарии, что думаете по этому поводу. Всем привет, друзья, с вами Рафаэль Хайтек, продолжаем заниматься электротранспортом и небольшое обновление. В общем, убрал контроллеры лишние, переделал, скажем так, крепление, чтобы было вот так вот винтами вовнутрь. Потому что все-таки вот эта сторона, я подумал так, что лучше использовать конструктив гироскутеров так, как оно и задумывалось. То есть нагрузка должна идти с той стороны, а это как бы внутренняя, нижняя часть. Проверил, оставил, короче, один контроллер. То есть зачем тут 4 пока... Пока мне тут не нужно, скажем так, будем пользоваться одним контроллером. Провода продену вот таким образом, будут вот так они идти, соединяться и подходить к одному аккумулятору. Ну, в данный момент. В случае чего, можно вот сюда будет установить еще один аккумулятор и спокойно пользоваться. Коннекторы придется заменить вот с таких коннекторов для контроллера. Ну и на самом контроллере тоже, потому что мне нужно сделать еще будет разветвитель на 4 колеса. Будем использовать вот такие вот. Сейчас вам покажу поближе. Вот, выглядят они вот таким образом. Называется это вот так. Надеюсь, что увидите. В общем, такие соединяющие автомобильные штуки. Вот, и, соответственно, резиночки тоже. Вот, соответственно, продолжается рабочий процесс. Тем временем все еще тестирую аккумуляторы. Здесь вот, короче, снял 3 контроллера. Тут такая особенность одна интересная оказалась, да? Помните, я хотел, когда делать задний ход, в контроллерах предусмотрено вот такие вот 2 провода. То есть, когда ты подключил аккумулятор и колесо, включаешь вот так, да, и колесо начинает то одно в сторону крутиться, потом выключаешь, включаешь, оно в другую крутится. На других контроллерах это не работало, только на 2. Видимо, какие-то разные ревизии тоже, что очень странно. Вот, так что продолжаем работать. Вот это дело мы будем каким-нибудь корпусом все-таки закрывать, чтобы сюда ничего не попадало. То есть вот на эти посадочные места, думаю, что-то придумаем на 3D принтере. А это все уберется вот туда вовнутрь и будет у нас на разветвлителях работать. Так, а по поводу аккумулятора, конечно, лучше что-то вот такого плана использовать. Это где-то 500 ватт-часов здесь. Это от самоката. Можно было проезжать на таком вот где-то 40 километров. Соответственно, это половинка, даже меньше. Но пока будем использовать вот такой, потому что такой будет стоить гораздо-гораздо дороже, особенно новый. Вот так это дело должно передвигаться, но только само. Сюда должны быть установлены какие-нибудь демпферы, типа вот таких резинок. И на нем уже кусок фанеры какой-нибудь квадратный. Вот эту платформу саму можно расширить при желании, да, потому что у меня просто были вот такие алюминиевые куски и решил сделать прямо по ним. В общем, выглядит с этой стороны вот так. То есть сюда можно спокойно встать. Оно спокойно держит, и если включить, грубо говоря, газ, то мы спокойненько поедем, если были бы рельсы. И вот что в итоге получилось. И не забываем термоусадочки. В общем, здесь еще надо пропаять. Оно, в принципе, очень хорошо держится, но, так скажем, я все это дело пропаяю. Так, соответственно, вот еще на другом моторе. На этом моторе сделал то же самое. Там были вот такие вот такого плана коннекторы, которые мне, к сожалению, не подходят. Итак, добро пожаловать, день 2. Продолжаем заниматься электрикой на нашем электротранспорте. В общем, что я придумал? Короче, у меня было изготовлено такие вот переходнички, скажем так, которые у нас отвечают за фазные провода на электромоторах. То есть тут по 4 провода я использовал, но по факту у нас остается один запасной на всякий пожарный, поскольку провода двухжильные. Смотрите, значит, как это все располагается. Вот тут просовывается внутри. Вот так один провод к одному мотору идет, второй провод идет вот так к этому мотору. Соответственно, здесь нам нужно разветвлитель сделать и сделать следующее. Подключить этот мотор вот таким образом. То есть вот тут вот так вот будет. Положим это сюда. Здесь вот еще один, пока что не до конца запаянный, только что сделал. Это вот на этот мотор.
Соответственно, вот эти места, вот эти провода будут соединяться с этими. То есть будут скрутки, и у нас уже запайка. Здесь то же самое. И потом идет вот так один провод, соединяет, объединяет все это дело. И уже с этого провода, вот где-то здесь, да, еще будет торчать три штекера, которые подключаются уже непосредственно к контроллеру, к фазным проводам трем. Ну что, сейчас будет момент истины, скажем так. Включаем питание. Что у нас будет? Офигеть! Я даже правильно фазы подключил, друзья. Очень громко было, ладно. Уже ночь у меня. Ладно, в общем, все четыре колеса крутятся в правильную сторону. Давайте покажу, как. Сейчас, чтобы не спалить контроллер, не буду его включать на полную. Итак, давайте сразу покажу, как я подключил. Поскольку вы помните, что у меня вот такая четырехпроводная система, ну, один запасной. И в данном случае вот здесь подключение, вот эти провода, это подключение контроллера идет. И, соответственно, одно уже вот так вот испортилось. Так, в общем, смотрите, как получается. Я прозванивал провода, чтобы посмотреть, какие куда подходят. И давайте взглянем. Вот тут два белых, соответственно, это зеленый. Просто как черный видится мне тут в темноте, это желтый. Тут, соответственно, то же самое подключение. А здесь, по-моему, вместо синего фазы я использовал зеленый, чтобы колеса крутились как бы в другую сторону. И здесь то же самое. То есть давайте посмотрим вот так вот. Так, светлый желтый, светлый синий, синий зеленый. Тут то же самое. Светлый синий. Светлый, желтый, синий, зеленый. То есть получается, все крутятся в одну сторону. Давайте еще раз тихонечко попробуем включить. Офигенно работает. Ну что, друзья, электрика наконец-то завершена в нашем проекте. Пока что демо-электрика, скажем так, да, в первой версии. Так что подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки, делитесь этим видео и пишите комментарии, что думаете по этому поводу и насчет таких разработок. Увидимся в новых видео. Подписывайтесь. Пока.